Доброе утро всем! Сегодня утро по-настоящему классное. Такой замечательный вид, и у нас начинается Э-форум. Пойдемте посмотрим, как все готово. Круто же сделали, да? Ты уже риэлтор, если можешь впечатлить. Это наша рекламная кампания. Так, смотрите у нас, что здесь есть. Две машины. Одна Lamborghini, так, и Ferrari. Все-таки у нас тема гонок. Давай с другой стороны. Все, кто участвует, смогут посидеть. Поездить, конечно, не обещаю, но вроде тут при желании можно завести, наверное. Все, что, так, подожди, Алина, что, как ты? Хорошо. Хорошо? Все. Алина, я с Алиной в жизни на таких дорогих машинах не сидел. Главное, чтобы не понравилось ей. Так, пойдем. Если парень ездит на таких машинах, сразу задумайся. Так, пойдемте, здесь входной контроль. Так, достаточно тяжеленький. Так, здравствуйте, мы уже были. Так, давайте смотреть. В общем, так проходит контроль. Здесь, если что, тяжелые сумки надо будет, если вдруг у кого будет. Пойдемте, здесь у нас идет регистрация. В этом регистрация серьезная. Выдают такие бейджи. Так, дальше пойдемте смотреть. Здесь одна фотозона. Здесь другая. Так, Алин, пойдем. Давай, Стас, да. Ну, залазь уж, конечно. Все, вот так вот все будут фоткаться. Все будет классно. Так, пойдемте дальше. Здесь фуршетная зона будет у нас. Пойдемте. Все готово. И зайдем, я думаю, в зал еще посмотрим. Так, не удивляйтесь, тут идет репетиция. Лучше. Только музыки не хватает. Другое дело. Сейчас раскачаемся. Этажи, я хочу вас слышать. Последний ряд, вы здесь? Я хочу слышать весь зал. Приветствую, приветствую. Еще раз контрольный, да? Да, сейчас, не, мы сейчас попозже, сейчас я покажу пока, да, что, как у нас все проходит. Вот такой зал, вот такая сцена. То есть тут очень круто. Пойдемте наверх еще, поднимемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. В общем, на экранах заставку. Будет просто огонь. До встречи!